Всем друзьям привет, с вами Скелет. В этом видео я, ребята, куплю себе очень крутой один пермфрукт. И вы узнаете, какой же это фрукт будет. Узнаете, какие будут у меня, мнения об этом фрукте. И будет ли этот пермфрукт полезен вообще для кого-либо нибудь или нет. Или это вообще самая бессмысленная трата в Blacksruss. Можете написать это в комментариях, а также я тоже выскажу свое мнение. Ну а перед началом видоса ты должен поставить лайк на это видео, зайти в мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Там скоро, ребята, будет конкурс на леопарда. Залетайте, там будет эксклюзивная информация, частые конкурсы. Также не забудь подписаться на мой канал. Ну и заходи в мой дискорд-сервер, в котором проходят очень частые тоже конкурсы на фрукты, трейды, общение в чатах и по войсах и много чего другого. Ну а я, ребята, не буду томить и приступаем к видосику. Погнали! А ты знал, что прямо сейчас сайт RBX3 раздает своим подписчикам бесплатные робуксы? И сейчас я расскажу, как их получить. Вступайте в их дискорд-сервер. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше робуксов вы сможете получить. А также у RBX3 сейчас самый лучший и выгодный курс. Это 1 рубль 2 робукса. И также робуксы у них есть всегда в наличии, так что вы сможете их купить в любой момент. Ссылка на сайт RBX3 и на их дискорд будет в закрепленном комментарии. Итак, ребята, у меня... Давайте посмотрим сначала, какие фрукты у меня первые. Есть. Итак, у меня, ребята, есть перм кило, перм спин, перм чоп. Так, дальше у меня, ребята, есть перм сокол и перм айс, потому что вот, как вы видите, да, перм айс еще есть у меня. Так, дальше у меня есть, ребята, перм буда и перм портал. И последний фрукт, который у меня есть, это, ребята, перм тесто. Моя самая бессмысленная трата, которую я, ребята, реально сделал. Лучше бы я купил хотя бы какой-нибудь, не знаю, даже Blizzard или Gravity, или что-нибудь, Феникса какого-нибудь, или там, не знаю, чуть-чуть подороже что-то. Это было бы намного, и то даже лучше бы. Но в этом видео я, ребята, куплю себе очень какой-то такой крутой фрукт перм, и вы узнаете сейчас, какой это фрукт будет. Давайте купим его, и купим его в инвентарь, чтобы потом я смог заснять с ним трейды специально для вас, и вы посмотрели, какие офферы можно предлагать за этот фрукт, ребята. И это, ребята, будет перм рамбл. Да, давайте store into inventory, да, store in inventory, и gift, ребята. Покупаем. Так, у меня останется, ребята, 350 робуксов. Вот же печалька, не досада. Ну да, ладно, ребята. 200 робоксов и погнали, покупаем. Есть, ребята, мы купили Stored Permanent Rumble in Inventory. Вау, офигенно. Офигенно, ребята. Давайте чекаем, где он находится, ребята, у нас. И где же он находится. Вот и он, этот красавчик. Permanent Rumble, ребята. О, да, это очень, ребята, прикольно. Блин, мне всегда нравилось то, как выглядели же перманентные фрукты в инвентаре. Это прям очень-очень прикольно. И, кстати говоря, мне сейчас стало интересно. А если купить еще один перм-фрукт, такой же, он будет стакаться с другим фруктом? Или он просто будет, ну, находиться рядом и тоже будет написано X1? Вот это интересно, ребята. Ну, итак, вот же он перм-рамбл, я могу его редимнуть, то есть использовать. И он будет у меня в экипнутых, и я смогу им пользоваться, когда захочу. Но, ребята, скоро выйдет видео про трейды на первом рамбл, и вы узнаете, какие офферы можно предлагать за него, и вообще посмотрите, какие офферы мне предложат за него. Обязательно подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить такое видео, ребята. Нажимай на колокольчик и заходи в мой телеграм-канал, потому что там вы все узнаете намного раньше и быстрее, чем другие мои зрители или подписчики. Не знаю, ребята, я покупал себе первый рамбл для того, чтобы, ну, в моем случае это Bounty Hunt. Я занимаюсь Bounty Hunt, потому что, ну, просто уже нечем заниматься в Blacksruss. Потому что уже обнова еще не выходит, а у меня как бы все выполнено, все задания, максимальный левел, ребята. Денег, да, у меня немного, но их фармить мне лень. Фрагментов тоже у меня немного, но мне их тоже, опять же, ребята, фармить лень. А, прокачивать фрукты на АВК, ну, это как бы немножко бессмысленно тоже. И какая-то, ну, реально трата бессмысленная, просто качаю их и все. А тут хотя бы что-то зарабатываю, это какие-то баунти, да. Ну и как бы что-то типа вот этого. А также, если вы хотите попасть в мою гильдию, вот она, ребята, моя гильдия, сейчас вам ее покажу. Вот она, ребята. То тогда заходите в мой дискорд-сервер или в мой телеграм-канал. И там, ребята, в дискорд-сервере пишите мне в ЛС или в телеграм-канале пишите в комментариях, чтобы я добавил вас сюда. У кого много-много баунти, я вас добавлю прям вообще 100%. Так что обязательно пиши и добавлю всех. Ну, а на этом видео подойдет к концу. Так что, ребята, смотрите видео. Спасибо, что смотрели видео до конца. Если кто-то такие есть. Также, ребят, подписывайтесь на каналчик. Заходите, опять же, в мой телеграм-канал и мой дискорд-сервер. Ссылочки в описаниях. Подписывайся на мой канал, ставь лайкосик, колокольчик. Ну и пиши комментарии, свое мнение об этом видео. Ну и жди видео о том, что же мне предложат за первым рамбл. Ну и на этом, ребята, видео все. Всем удачи и всем, ребята, пока-пока.